Проблема, требующая своего решения при организации нового подхода к горячему питанию школьников, это недостаточный уровень развития инфраструктуры пищеблоков в школах. Поэтому о модернизации школьных столовых задумались на федеральном и краевом уровнях. И самое главное, есть реальные результаты, в том числе в нашем муниципалитете. Существенное переоборудование школьных пищеблоков, которые функционируют уже десятки лет, стало насущной необходимостью. Инфраструктура школьного питания после проведенной модернизации должна отвечать современным требованиям. В 28-й Анастасиевской школе была проведена очень большая работа по реконструкции пищеблока. Полностью изменена его планировка с тем, чтобы обеспечить значительное улучшение качества питания. У нас добавлены цеха, мясорыбный цех, цех первичной обработки, вторичной обработки, цеха для мытья посуды, для хранения овощей и фруктов. То есть полностью переоборудован наш пищеблок. Также проведен ремонт очень хороший в нашем столовом зале, который теперь тоже отвечает всем современным требованиям. Когда детям очень приятно прийти и, соответственно, приятно позавтракать, либо пообедать. Также нам в наш пищеблок приобретено много нового оборудования. Это и пароконвектоматы, это протирочные машины, это картофелечистки, это овощерезки, мясорубки, посудомоечные машины. Обеденный зал после проведенного ремонта радует своим видом. Школьники с удовольствием приходят сюда, чтобы подкрепиться и затем продолжить занятия. Нужно сделать все необходимое, чтобы детвора питалась качественно и вкусно. И это было сделано в 8-й школе поселка Садового. Кардинальное обновление пищеблока, оснащение его современной техникой позволили существенно улучшить питание ребят. В 2022 году наш пищеблок был полностью обновлен, и сейчас он отвечает современным требованиям. Была заменена вентиляция, добавлена вытяжка, новая вытяжка на отделение моечной посуды, приобретен шкаф для хранения хлеба, холодильник для хранения фруктов и овощей, а также две машины для измельчения вареных и свежих овощей. Благодаря проведенной модернизации в 8 и 28 школах существенно выросло качество школьного питания, и технологические процессы приготовления блюд идут сейчас по современным стандартам. Школьники питаются вкусно и полезно для здоровья. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».